Ну где делись все сильные мужчины? Я, ну как бы ищу, как говорится, все время натыкаюсь только там на, условно, как говорится, нищеброд, да, вот, ну, любимое слово такое уже пошло в народ, вот, на мужчин слабых, мягких каких-то натыкаюсь, то есть без мужского вот этого стержня, без лидирующего стержня такого, без, знаете, такой минимум тестостерона у него. И не понимает сильная женщина, да, как говорится, которая справляется с жизнью, она говорит, ну где они делись все, ну в чем вопрос, почему ко мне не притягиваются? Соответственно, я всегда говорю, вот в этом случае, когда задается вопрос, где все сильные мужчины, я говорю, очень, ну, как бы пространство очень тебя просто любит, да, и не дает тебе сейчас сильного мужчину, потому что, ну, оно тебя бережет. Почему бережет? Потому что, когда ты состыкуешься с таким сильным человеком, то, соответственно, там нужен уровень принятия, там борьба конкурентная не проходит. Вот. А женщина в программе «Я сама» конкурирует просто, потому что она находится в тех же пространствах, что и мужчина, она воюет все время. И, соответственно, если она задает вопрос, где сильные, то она их не видит даже, этих сильных, она их не видит как мужчин даже. То есть это называется несмирение. Вот. Ну, то есть женщина несмиренна внутри. Что такое несмиренная женщина? Это женщина, у которой нет мира внутри, мира, нет женских энергий. Ну, то есть они есть, но они заблокированы. И поэтому я всегда говорю, что если ты будешь так просить сильного мужчину вот в этот период своей жизни, когда ты так сама такая, ну, жесткая, вот, то, соответственно, придет мужчина жестче, вот, ну, ты его призовешь, как бы, но он тебя, как сказать, он тебя на колени поставит просто, морально и физически потом поставит на колени, потому что мужчина с такими энергиями, он терпеть не будет ничего, потому что у него, в принципе, в жизни, ну, есть все, чтобы еще терпеть что-то. Поэтому, когда еще находишься в состоянии «я сама», жесткости такой, ну, если по-простому сказать, то к сильному мужчине притянется мягкая женщина, он ее выберет, а к сильной женщине будет притягиваться мягкие мужчины для баланса, для того, чтобы где-то отдыхать. Сильная женщина, когда приходит когда домой, ей нужно где-то тоже выдыхать и отдыхать. И тогда ей удобнее, когда к ней, ну, с ней рядом тот мужчина, который исполняет роль женщины. Понимаете, поэтому вот такая композиция все время происходит.